я продолжаю рассказывать о нашей провинции, вернее, о регионе, где я живу. Это сельскохозяйственная часть провинции, и у нас тысячи и тысячи гектаров застроены теплицами. Выращивают здесь помидоры, сладкий перец, огурцы. Очень много теплиц, где выращивают рассаду и саженцы для садовых центров. Также у нас очень много построено ветряных мельниц. Сегодня на улице, ну, очень жарко, плюс 32. Также на полях можно увидеть, есть соя, кукуруза, также помидоры, огурцы, дыни, арбузы. Здесь это юг Онтарио, и поэтому здесь он и называется сельскохозяйственный регион. До встречи в следующем видео!